Это трагикомедия. Это очень философский фильм. Мимино было о том, что человек должен жить на своем месте. Роль была такая эпизодическая, был такой его друг Петр. И он всегда подковывал лошадей. Это его профессия, он этим зарабатывал на хлеб. Лошадей подковывал. И когда этот главный герой уезжает уже в Москву, он говорит: слушай, ты, говорит, правда будешь летать за границу? Да, ну, я говорю, да, потому я еду. Этого нету. Из-за того, что финал выпал, этот персонаж вообще исчез. Я тебя прошу, говорит, когда ты из Америки будешь возвращаться, привези, говорит, не подковы. Но чтобы было написано «Made in USA», чтобы когда лошадь будет взять, чтобы люди читали. А потом мы в финале помним, как картина заканчивается, что он хочет пропачник, на его нету открывалки, а он начинает кричать: что вы все на меня кричите, это обижается, я, говорит, не кричу. Начинает плакать стюардесса. Он говорит: ой, извини, говорит, меня, хочешь, говорит, что мне сделать, хочешь, говорит, я выйду. Она говорит: не хочу. Вот после этого все отрезано. А я, говорит, хочу, он уже над домом летит, уже он на Кавказе. И он открывал дверь и выходил. Потом мы видим опять поляну зеленую, эти горы, красота неимоверная. И этот Петр опять кует лошадей. Откуда-то он съехал. А я, говорит, тебе подковы привез. Это играло все серьезно. Знаешь, говорит, мы сейчас, говорит, побратались. Ну, допустим, с Бостоном. Я уже не помню про огромный город. А здесь 3-4 дамочки. И они, говорит, нам присылают подковы. Вот гвоздей, говорит, нет. Ты, говорит, гвозди не привез? Ну, ты же, говорит, мне не поручал. Ну, я, говорит, пойду. И когда этот главный герой начал уходить, этот Петр начал хохотать. Говорит: что ты смеешься, говорит. У тебя, говорит, задница, штаны, говорит, лопнули. Уже съехал откуда-то. Дурак, говорит, ты. Вот как картина заканчивалась. Слева, говорит, Казбек, справа Эльбрус. Такая красота, а ты мне в задницу уставился и смотришь, говорит. Когда ему стало со здоровьем очень тяжело, это как плохо. Я ему звоню, он сказал: Буба, я, говорит, наверное, буду уходить. Я говорю: куда? Туда, он сказал. Я же старше тебя, я раньше тебя должен уйти. А когда, говорит, ты соберешься, через врата зайди, говорит, святого Петра, я, говорит, с правой стороны буду тебя встречать.